Подмосковья Маргарита Грачева, которая пережила страшное нападение мужа-ревнивца Дмитрия, выписалась из больницы. Детям подробности происшествия она решила не сообщать. Грачева пообщалась с журналистами, сидя на больничной койке. Для детей она выдумала историю про ДТП, чтобы они не знали, насколько жуткий поступок совершил их отец. Фактически Грачева выгораживает супруга-ревнивца перед детьми. Судя по всему, делает это она из-за любви отпрысков к отцу. Пока я не хочу, чтобы какие-то негативные отношения у них к папе были. Он же все равно остается их отцом, заявила девушка. Я сказала, что попала в аварию, и у меня будет рука, как у робота, продолжила Грачева. По ее словам, дети отнеслись к этой новости нормально. Хорошо, хоть эту нашли, пришили, заключила она, указывая на вторую руку. Пострадавшая в результате жесткого нападения возмутилась мягким наказанием для преступника. 3 года отсидеть, и человек выходит с руками и ногами. Сокрушается Грачева. Напомним, Дмитрий Грачев приревновал супругу Маргариту и обвинил в измене. Чтобы добиться признания, Грачев отвез ее в лес и отрубил топором кисти рук. Как писали Дни.ру, после этого он доставил жену в больницу и сдался полиции. Рита Грачева выжила, но врачи смогли пришить только левую руку,